Семьи спасателей из автобуса, который провалился в гигантский котлован в Павлодарской области, не теряют надежды увидеть своих родных живыми. Один из пропавших, 36-летний Айдос Шеймерден, проработал на шахте 13 лет. Его брат просит сделать все возможное, чтобы как можно скорее найти Айдоса. Каждый день для нас, каждая минута дорога. У нас есть надежда, что наш брат до сих пор там дышит, живет, там, может, травмы какие-то получили. Айдос Шеймерден воспитывает 5 детей, в том числе дочь с инвалидностью. Его семья просит не прекращать поиски, даже если мужчины в автобусе не окажется. Кроме того, отец пропавшего спасателя сомневается, что на предприятии на должном уровне соблюдали правила безопасности. Напомню, полиция Павлодарской области ведет расследование по факту гибели спасателей. Расследование находится на особом контроле Министерства внутренних дел. Я тоже сам работаю в МЧС на пожарной машине. У нас оборудование больше, лучше, можно сказать. Чем? А государство обеспечивает. А частники таких техник почти, можно сказать, нет. На старых техниках, на старых оборудованиях работают. Ну, больше мне сказать нечего.